Здорово всем лентяям, которые сидят сейчас возле экранов мониторов, компьютеров, телевизоров и так далее. Так, перед вами такой себе защитный хлам, маска, очки и наушники. Чего здесь не хватает? Все правильно, здесь не хватает респиратора. Смотрите, почистил уже я больше сотни таких сковородок. Все обычно щеткой по металлу. Вот такой вот чаша, подобный чашеобразный. Щетки, понятно, качество не очень, потому имеют свойство разлетаться. Так же, как и перчатки. Ну да ладно, смотрите, в чем, собственно, на что нужно обращать внимание при работе с такими щетками или подобными. Прежде всего, на защиту глаз, лица. Да что там говорить, целиком одежды вашей верхней. Потому что вот эти вот ворсинки, они отлетают и впиваются прям в кожу до крови. Если работать до коротких рукавов, то руки постоянно будут потерпать от таких вот мелких осколков. Причем впиваются, я же говорю, до крови и пробивают кожу на раз. Вот. Я работаю с закрытыми глазами. Первое, это вот такие вот очки. Они не сильно над глазами выступают, поэтому позволяют надевать сверху еще и маску. Почему именно двухслойная защита? Потому что если использовать одни очки или одну маску, вот эта вот зараза просто-напросто залетает. Под низом пролетает, вот так вот под маску пролетает, залетает с разных углов и попадает в глаза. Так что, друзья, будьте осторожны, пользуйтесь средствами защиты. Да, и при длительном использовании болгарки пользуюсь обычными дешевыми наушниками. Но, к сожалению, у меня закончились одноразовые такие вот маски. Нужно приобрести что-то на постоянной основе, что-то типа респиратора, потому что вот эта вот вся пыль, которая, видите, да, вон там вот находится, оседает в ваших легких, в ноздрях, где угодно. Вот. Не курю. Никогда не курил сигарет, но дышу вот этой заразой. Неподобство. Ладно, друзья. Берегите глаза, берегите ваше здоровье, пользуйтесь инструментом с умом, с головой. Всем пока!